Виноградарство на Одещині – це не просто справа всього життя. Це сімейні традиції, любов до винограду, його лози і врешті-решт виноробство. Саме так до своєї справи і ставиться наш герой Валерій Абаджиєв. Вино у нас всегда было, и всегда было на столе. И история семьи – это другой вопрос. Сначала заселение, да. Там были и печальные страницы нашей истории, но как только мы приехали сюда, сразу начали делать вино. И здесь у нас были виноградники. Под осень я решил тоже делать вино. Тогда папа еще был живой, царство небесное. Говорит, давай я помогу. Я говорю, нет, я буду делать сам. И все, я буду делать вино без воды и сахара. Я получил порядка 200 литров чистого уксуса. Вот без этих, просто уксус и все. На второй год винограда было больше. Это было почти литров 350-380 этого. Вот тоже уксус такой чистый, такой, безвариантный. Там даже пробовать нельзя было. А все знают, что Валера делал вино, дай попробовать. И это было самое страшное, самое неприятное. Я ждал, чтобы был ливень, дождь. И вот я ведрами выносил этот уксус на улицу, выливал, чтобы никто не видел, по ночам. Это был такой позор, я им передать не могу. После этого я 2 года учил все, что можно учить. Тут каждый почти дом так начинает, этот самый виноградник, и были это так. Они, наверное, каждый двор имеет это самое, давили раньше вино, это сок, и потом делали вино. Так что он с детства и ходит, что это самое. Родители его тоже были, брат тоже там жил, у него тоже имеет участок, дом тоже, и друг другу помогали. Ну вот сегодня у него плантация большая, и, наверное, сам не успевает, вот и позвал меня, чтобы это самое, помочь его. Ну вот сейчас этот виноград вступил в свою силу, ему 25 лет где-то. Чем старше лоза, тем качественнее считается виноград. Значит, в этом году были сложные условия, значит, очень сильная жара. Я даже не знал, как он выживет на солнце. До 60 градусов. Я вообще не понимаю, как он выжил этот виноград. У нас есть такая традиция, много не говори, налей стакан своего вина. Это понятно, что ты делаешь. Я поставил перед собой задачу и цель, лучше 1 стакан хорошего вина, чем 2 тонны плохого. И я думаю, что я достигаю этих вершин, потому что бывают даже моменты, когда я сам пробую свое вино и думаю, не может быть, Валера, что ты сделал такое вино. Вино познается в сравнении. Я уже говорил другим людям, плохих вин нет, вот как и нет плохих людей. И вина надо всегда сравнивать. Вот сравнение, от сравнения вина улучшается. Даже сверх получается, наверное. Потому что он мелькает в разных винодельных дегустациях. Где-то он на первом плане тоже получает первые призы. Где-то первые, третьи, где-то так получают. Секрет? Наверное, в любви к этому винограду, к работе, от этого, наверное, у него секрет и лучше получается. Даже сейчас друзья встречают, Валера, когда будешь собирать виноград, давай будем собирать виноград. Значит, как собирали раньше? Я собирал друзей, это было обычно человек 12-15, и потом накрывал большую щедрую поляну. И на берегу озера, это было большое мероприятие для всех, всем нравилось и такое прочее. Но, к великому сожалению, часть друзей уехала, часть приболели. Но я сейчас не могу собирать такое количество людей. Этот виноградник находится в очень уникальных условиях. А уникальность условий заключается в том, что, вы видите, у нас север там, юг там. Это вдоль озера. Здесь постоянно дуют ветра, или южные, или северные. И за счет этого этот виноградник меньше болеет. Резко нет. Все, последнее. Так, хорошо, больше нет. Так, загрузили машину. 32 ящика бананы в машинку. Идет отделение гребней от зерен винограда. И в результате отделения гребней
когда потом идет брожение на мезге для вот красных сортов вин, получается более качественные вина. И кроме этого, это большое облегчение, ну, труда, потому что если было бы ручная, то, вы понимаете, это намного сложнее. Значит, раньше это были деревянные бочки, но с дубовыми бочками работать тяжело. Они, во-первых, и тяжелые, и с ними очень тяжелее работать, ну, в плане чистоты. Поэтому, ну, вот эти вот нержавейки, которые есть, они, конечно, тоже сказочные, потому что, ну, чистота быстрее добывается. Мы можем быть конкурентоспособными, и наши вина очень качественные. Вот я уже приводил пример по южноафриканским винам, Пинотаж и наше Пино Нуар. По качеству мы примерно равны. Как вам еще объяснить? Вот если на карте Болграда поставить циркуль и радиусом 30 километров вот так вот сделать пятнышко, вот в этом пятнышке получается вообще уникальные вина. Здесь почвы действительно уникальные. Вот там на нашем винограднике, на моем винограднике, снизу идет просто жерства. Вот то, что французы говорят, вот меловые эти вот, у нас оно присутствует, это все. Ландшафт, геология, микроклимат, ну, много факторов. И виноград очень чувствителен к этим вещам, и они, нам Бог даровал это. Просто это дар Божий, это здесь я не могу ничего сказать, это изумительно. Вот этот Вася, вот, что мы собирали виноград, вот он, среди всего прочего, помогал мне делать шампанское. Вот я уже сделал шампанское, классика, в бутылках, чистый брют, бутылки разрываются, все как надо. И я в этом плане, вот моя мечта, идея, вот вы знаете, что такое испанская кава? Это село в Испании, где шампанское делают из всего, что у них есть, под рукой. Вот. И вот я хочу, чтобы в нашем регионе вот так же делали шампанское. Потому что у нас, ну как, создано это все, вот мы созданы для вот этих вот божественных вин. Очень важный момент в виноделии – это знать, сколько сахара в винограде. Значит, делается это, ну как вот я делаю при помощи рефрактометра. И достаточно одной-двух ягод. Мы 2-3 капельки капаем на рефрактометр. Ягодку в рот, для того, чтобы определить качество. Да, сахар 26. Судя по качеству винограда, по сахарийности, мы надеемся на качественное вино. К великому сожалению, у нас очень много фальсификата, и это неправильно. Сам акцизный налог – это копейки. Вообще копейки. И там очень мощная криминальная ответственность. Не экономическая, а криминальная ответственность. Ты не имеешь права, ты не можешь, все такое прочее. Вот надо декриминализовать вино, сказать, что это просто продукт. Я, допустим, приду, закрою вино в бутылках, поставлю в магазин, я преступник. Вот. Поэтому это, ну, не должно быть. И у нас еще монополизация рынка идет со стороны крупных предприятий. У нас стала советская система, вот как бы то ни было. Так, скажем, мечта, которая должна сбыться. Я хочу посадить еще один сорт винограда. В этом один ряд этого винограда будет здесь. Этот сорт называется Кармаюрт. Это очень древний сорт, родина Армения, но этот сорт у нас будет расти. Это уникальный виноград, очень древний, древние селекции. И его одна из особенностей, что его сок в ягодах окрашенный. Если у нас в Каберне ягоды черные, но сок белый, не окрашенный, вот он, а здесь уже окрашенный сок, вот как в одесском черном. Одесский черный, Саперави и вот этот вот Бастарда – это окрашенный сок. То есть это будут насыщенные красные вина.